Ксения Доронина лидер после вчерашнего. Лидер она благодаря очень чистому вчерашнему катанию. Запоминающемуся. С оригинальными элементами. Там стояла, ничего не мешало. Сейчас мешает застежка. Она была расстегнута, когда она там стояла. Шнитки она катает свою произвольную программу. Стой, молодец. Молодец. Ой, держись, 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 держись. На тренер разминки не получался. Вторая половина программы пошла.
Я уж после первых двух прыжков был готов поверить в лучший исход. Даже после первых трех прыжков. Да, ну вот началась вторая половина программы, и она не справилась. Начала спешить. Тут, конечно, нужна такая концентрация. Да, потом взяла акселями как-то. Потому что вот этот Сальков немножко ее выбил. Потеряла темп, у нее не получался в разминке. Скручивалась она. Флип, Луц, Ридбергер. Ну, надо смотреть, как другие сейчас покатаются. Да, самое обидное, что запаса нет никакого после коротких балов. Луц с поднятой рукой интересно все время пересматривать как-то. Здесь еще цеплялась. Так кричали, стой. Интересно, а как вот то, как она не коснулась. Она у нее. Ну, это не падение. Это не падение же было, правильно? Нет. Это с минусами на выезде. Все, она докрутила. Ну а как по другим уровням она держала себя? Да, вращение делала. Думаю, что третий, четвертый ей будут давать, кроме последнего вращения. Последнее вращение мне вообще непонятно, зачем она его сняла. Последнее вращение заднего хода, заход и ребро. И все. Хоть бы она какую-то третью позицию какую-то сделала. Не знаю, и перешла в финал. Лучше докручивать вращение, чем финал делать лучше. Лучше бы она постояла во вращении. Сделала бы еще одну позицию. Да, там 2-3 драгоценных балла. Можно, да, можно было, да. Готовилась, видно, готовилась. Видно, что хорошо готова. Да. Угу. Даже в осанке. И платье красивое, очень. Видно, что готовились девчонки разных лет. Не на жизнь, а на смерть готовились. От Алексея Николаевича девочка ушла и пошла к ним. Видно, что-то там не срослось. И Татьяна Николаевна. Уж, конечно, они хотели, наверное, чтобы она выступила как-то. Ну и выступила неплохо. Ну что, в конце концов, ну два прыжка сорвала. Вот смотрите, по произвольной программе она занимает второе место. Уступает даже Катарине Гербольд. Но в общей сложности у нее пока 149 баллов, и пока она первая. Синяя прямо плачет. Практически. Заплачешь. Что ж не поплакать-то? Ну что, ее главные соперницы будут выступать чуть позже, Петушкова и Гозева, но и при таком катании Ольга найдет.